Улица Маршала Крылова, 23. Во дворе многолюдно. Рядом несколько жилых домов и, конечно, детская площадка. В этом году игровая территория попала в программу по благоустройству. Морально устаревшие качели, карусели, горки заменили на новые и безопасные. Город Одинцово – это город-лидер. Он всех больше работ выполняет в данном направлении. И каждый год открываются площадки в каждом дворе. Каждый двор должен быть благоустроен, должен быть комфортен и удобен жителям, должен радовать наших детей, которые живут в этих дворах. Эта детская площадка стала одной из четырех Одинцова, которую в 2017 году полностью заменили. Отличительная особенность – резиновое покрытие, позволяющее избежать травм, мягкие и прочные материалы, а также отсутствие у игровых элементов острых углов. Учитывались пожелания жителей. Это основной момент был. Ну и второй момент, то что все эти площадки, они обсуждались с нашим отделом и с подрядчиком, который в соответствии выиграл этот конкурс. Еще одна важная составляющая нового игрового комплекса – наличие элемента для детей с ограниченными возможностями здоровья. Пологая горка предполагает спуск и подъем в инвалидной коляске. На площадке есть песочница, карусели, игровые домики. Наибольший восторг у ребятни вызывают качели, на которых можно уместиться вчетвером. Они вот намного лучше, чем другие. Тут 4 человека могут вместиться, и они намного удобней. С развлечений много, где бегать, горок, кстати, и для малышей очень много. Обычно детские площадки, они для более старшего возраста. Вот у меня годик сыну, ему здесь очень нравится, то есть он на очень многих горках может уже кататься. В 2017 году в Одинцовском районе будут полностью заменены 27 игровых площадок. Благоустроены 54 двора. Организация детского досуга – приоритет администрации поселений. На первом месте комфорт и безопасность. Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».